друзья, я приехал в Екатеринбург и познакомился с мастером Михаилом по моей просьбе. И вот Михаил предоставил мне настоящую кировскую гармонь, которую я видел, но сам на таких еще не играл. Михаил, расскажите, пожалуйста, про этот инструмент. Ну, инструмент очень старый, видимо, где-то начало 60-х годов. Мастер легендарнейший мастер Дио, Николай Николаевич Пяткин. Николай Николаевич Пяткин – это кировский мастер. И в дальнейшем делал гармошки известные его сын, Василий Пяткин, так называемый, Вася Гуща, Вася Пяткин. И это считается лучшей гармошкой, вот со слов знакомых гармонистов, в том числе Александра Петровича Устьянцева. Это лучшая гармошка, которую он в руках держал. Он говорит, лучше Васиных не видал. Ну, начнем с того, что... Да, она это... маленькая, и казалось бы, откуда здесь звук? Ну, она... Звучит непонятно. Красивая, дизайн. Я сам на ней играл сейчас первый раз, и я был под большим впечатлением от того, как этот инструмент звучит. Какой у него бархатный бас. А вот она и заиграла 25 на 25. А наша маленькая шаечка заухала опять. Очень классный инструмент. Я прям под большим впечатлением. Большое, Михаил, вам спасибо за возможность поиграть на таком замечательном инструменте. Пожалуйста. Спасибо большое.